26 человек погибли, 27 получили травмы в результате наводнения на севере Вьетнама. Еще 15 считаются пропавшими без вести. Стихия разрушила около 700 домов, уничтожены сельскохозяйственные угодья, повреждены дороги. Самую страшную ночь Вьетнам пережил в минувший четверг. Тогда из-за сильных ливней с гор сошли грязевые потоки. На пострадавших территориях ведутся поисково-спасательные работы.